В Сирии правительственным войскам удалось прорвать фронт на южном направлении. Они освободили город Эль-Хадер в 25 километрах от Алеппо. Он считался главным оплотом Джабхат ан-Нусра, радикальной группировки, запрещенной в России. Затем подразделения армии за считанные часы взяли под контроль соседний населенный пункт и пошли на штурм ключевых высот, где находится укрепление боевиков различных террористических организаций. Все это позволит обеспечить безопасность основной трассы, ведущей из города Хомс в Алеппо.